Известная актриса предала Садальского ради денег. Актер вспоминал об этом давнем эпизоде. Станиславу Садальскому однажды крепко досталось от Риммы Марковой. Актер хотел лишь помочь тяжело больной актрисе, но в ответ получил ушаты публичной грязи. В Инстаграм Садальский вспомнил, как навещал Маркову в онкоцентре и пришел в ужас от состояния больницы. Он принялся поднимать всех на уши, чтобы на проблему обратили внимание. Однако Маркова порыв не оценила. Она обвинила Садальского в вытаскивании грязи и пошла со своей правдой по телеканалам. Римма не успокоилась и дальше поскакала на НТВ, где ей заплатили несколько тысяч долларов за то, чтобы она меня обосрала прямо в программе. Римма их честно отработала. Ну да бог с ней. Больше всего было жаль уникальных врачей той клиники, которые, работая в таком бардаке, еще и получали копейки, высказался Станислав Садальский. А как вы оцените это рвение?